6 июня 2016 года подсудимый плыл по реке на моторной лодке, после чего увидел дикое животное лось, которое переплывало также реку. Подплыл к дикому животному и нанес не менее 7 ударов ножом. Однако добыть указанное животное ему не представилось возможным, после чего он накинул веревку на шею животного, а другой конец веревки привязал к моторной лодке, после чего тронулся и шея лося сдавилась данной веревкой, после чего его задержали приговором мирового судьи судебного участка номер 1 Мусянского района. Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренным пунктами А, Б, части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорен к 8 месяцам исправительных работ, содержанию 15% заработка в доход государства. После поступления приговора в прокуратуру района приговор будет проверен и будет принято решение о его законности, установленном законом срока.